В Верховной Раде назревает решение лишить гражданства народного депутата Вадима Рабиновича. Стоит только компетентным органам подтвердить информацию о наличии у него израильского паспорта. По закону двойное гражданство запрещено, особенно тем, кто считает себя политическим деятелем. О фактах и реалиях далее в нашем сюжете. Скандально известного народного депутата Вадима Рабиновича могут лишить украинского гражданства. Еще вчера известный блогер Василий Кручак заявил, у одиозного политика есть израильский паспорт. И опубликовал в Фейсбуке вот этот документ, выписку из МВД Израиля. Там четко черным по белому явствует, у Рабиновича в Израиле есть личный идентификационный номер, так называемый Теудат Зеут, который выдают лишь гражданам страны. По данным блогера, Вадим Рабинович репатриировался еще в 94-м. Вскоре он, супруга и дети получили гражданство Израиля. Самый первый способ получения гражданства – это репатриация по еврейским корням. Теперь человек, который является евреем, попадает по закону о возвращении. Он, естественно, может репатриироваться в Израиль. Здесь он получает израильское гражданство со всеми плюсами. Человек, который получает гражданство, он и получает весь социальный пакет. Значит, это институт социального страхования, это на старость, это больничные кассы, больничная страховка. Уже в 2020-м, достигнув пенсионного возраста, украинский депутат сможет рассчитывать там на разовую выплату в размере 150 тысяч долларов и получит пенсию не менее 1000 долларов. Но вот в Украине двойное гражданство строго запрещено законом Украины. Позбавляти депутатського мандату. Однозначно. Найвищі посадові особи не можуть мати подвійне громадянство. Крапка. Позбавлений депутатського мандату. Абсолютно чітко, чітка є процедура. І у випадку встановлення і підтвердження наявності іншого громадянства, особа може бути позбавлена громадянства України. Якщо будуть докази, докази мають вже збиратися відповідними органами, це прикордонна служба наразі, або Служба безпеки України, контррозвідка, і вони мають тоді вже подавати цю інформацію. Інформацію відповідно в комісію про громадянство, при президенті України. Двойним гражданством Рабиновича в ближайшее время може зайнятися і регламентний комітет. Повинен відреагувати регламентний комітет. Регламентний комітет має ухвалити відповідне рішення, винести до сесійної зали. І, я гадаю, зала мала проголосувати за позбавлення цього депутата, щонайменше мандата. Тут не повинно бути винятків. Такого же мнения придерживается большинство опрошенных нами народных депутатов. Но вот от льгот и пенсии в Израиле Рабинович откажется вряд ли. А значит, уже в ближайшее время он сможет повторить судьбу нардепа Андрея Артеменко, которого лишили гражданства и депутатства, когда у него обнаружилось канадское гражданство. Дело только в мелочи, когда компетентные органы начнут исполнять закон, который в трактовке не нуждается. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.